Песня «Огонь любви». Уже в самом имени этой песни проводится аналогия между огнем и любовью. И благодаря встрече с этой песней рождается ощущение, что природа двух этих явлений, она очень схожа. Что огонь для нас — это в первую очередь свет, тепло, это источник лучистой энергии. Так и любовь. Настоящая любовь, она согревает, наполняет душу, вдохновляет становиться лучше. Очень поражает всегда при встрече с этой песней манера ее исполнения. Голоса исполнителей, голоса героев, поэта и феи очень тонки, нежны, но при этом производимый эффект, то, что происходит внутри меня всякий раз, я могу назвать только такими мощными преобразованиями. То есть у этой нежности колоссальная сила, колоссальная такая светоносная мощь, которая запускает в сердце удивительные процессы переосмысления, переосознания вообще жизни. То есть как и весь аудиоальбом «Элегия любви», так и эта песня, она помогает, словно бы, знаете, избавиться от каких-то шор, таких личностно ориентированных взглядов на жизнь, и помогает сердцу взглянуть на мир другими глазами, глазами полными любви, и это рождает совершенно новое мироощущение, помогая ощутить себя частичкой мира, помогая понять предназначение вообще жизни моей и, в частности, и жизни в целом, как явление в мире, во Вселенной.